Добрый день. Сегодня анбоксинг. Это долгожданная головоломка от компании LimCube под названием Morpho Aureola. Хотя вот крупно написано Morphidia Magic Cube. Ну, вроде коммерческое название именно вот такое. Morpho Aureola. Открываем. Коробочка вот такая вот. Лаконичная, но представительская. Открываем. И нас тут сразу ожидает кубик. Я не помню, была ли пленочка здесь. Может быть и была, я ее выкинул. Не помню, я распаковал ее уже до этого, хотя не перемешивал. Просто посмотрел. В коробочке инструкции нет. Ничего нет. Но вот есть такие вот картонные как бы буферы, которые помогают спасти головоломку от ударов. Что же это такое? Это чудо-юдо, у которого много-много всяких разрезов. И его можно вращать как скьюб. Самый обычный скьюб. Да, Morpho Aureola – это скьюб. То есть можно сделать пиф-паф. Хотя это не так быстро. Но можно, я уверен. Скьюб. Но недаром я достал здесь еще кловеры компании Mafang, которые, ну, вот конкретно вот этот Clover Cube, упрощенная версия того же вертолета, бабочки. Но поскольку у этой головоломки углов нет, мы вертолет с бабочкой отложим по размерам, ну, чуть меньше, чем Clover Cube от Mafang. Что же здесь есть? То есть можно вращать как скьюб и, соответственно, собирать как скьюб. Можно вращать как кловер. Да, то есть выполнять такие вот движения. Mafang крутится получше, сразу скажу. Такой слегка матовый пластик. Можно. То есть полноценный кловер. Можно купить эту головоломку и научиться собирать обычный кловер-куб. Ничего не мешает. Напомню, что у Mafang есть кловер плюс. То есть такой же кловер. Но он еще вращается как 2 на 2, что в каком-то случае усложняет головоломку, а в некоторых упрощает. Что же здесь? Обычный кловер, обычный скьюб вместе. Что же это дает? Ну, что может, наверное, повернуть как скьюб, а потом повернуть как кловер. Ну или наоборот. И тем самым мы что-то перемешаем. Казалось бы, уже интересно. Но если присмотреться, здесь какие-то есть еще дополнительные разрезы. А если еще получше присмотреться, то можно увидеть, что вот эти кловер-элементы не совсем такие, как на обычном кловере. То есть здесь у нас идет захват целого лепестка. Вот этот вот общий элемент для этого ребра и для этого ребра. То здесь же у нас только вот этот маленький кусочек общий. Это как бы в корне-то мало что меняет, но деталь интересная. Но куда интереснее вот этот разрез. Вот этот понятно, он для вращения скьюба нужен. А вот этот зачем? Здесь, скажем так, как 2 на 2 не вращается, здесь есть еще центр, что, кстати, отличает эту головоломку от кловера. То есть здесь можно как бы на любой стороне что-то собирать. Казалось бы, если бы не ребра. Здесь центры, и ребра, так понимаю, можно, ну, разделять как-то. Ну, давайте посмотрим, на что Morpho Aureola способна. То есть мы уже поняли, скьюбное вращение, кловер вращение, ну или коптер, будем точнее. Соответственно, вращаем как коптер, вращаем как скьюб. Вращаем еще как скьюб, и у нас уже что-то перемешалось. Но если мы сделаем неполный поворот, хотя даже если и полный,
вот так мешаются. Если не до конца, то вот. Можем повернуть вот так. И уже все, форма потерялась. То есть вот так вот сдвигаем, и у нас вот так вот скьюб, уже все перемешано. Пока страшно, поэтому я на место верну. Вот так. Что еще? Повернем как-нибудь вот так. Нам уже никто не мешает. Потом повернем как скьюб. И вот уже как-то вот так оно перемешалось. То есть изменение формы здесь это такое дело привычное. Немножко заедает головоломка из-за того, что элементов много, но вращается неплохо. Как оно было, кто помнит? Вот так. Страшно и опасно. Как некоторые догадались, я последнее время увлекся коптерами. Да, вертолеты, бабочки. Коптер плюс, коптер 3, ну, гравикоптер 3. И вот не удержался, такой приобрел. Есть от компании MF8 еще какие-то скьюбикоптеры. Они похожи на вид, но немного разные по функционалу. Раздумываю над их покупкой, но пока вот с этим бы справиться. Как бы целей уже много поставлено, достичь бы их. Вот такая вот хитрая головоломка. Еще раз поворачиваем, вращаем так. Ну, это скучно. Поворачиваем частично, вот на половинку, вращаем. Так, а здесь можно это сделать? Видим, вот хочется вот так как-то, но здесь вот не позволяет. А как можно? Никак. Так нельзя. А что же делать? Так, это я что, получается, обманулась? Ну, вот так вот мы можем обменяться. Да. Как-то вот так. А вот уже вот отсюда уже не получится. Нет прямой линии. Можем вот по другой оси вот так вот что-то делать. Ой. Так, что-то пошло не так. Нет, все нормально. Все вернулось. Ты, видимо, сделал какое-то, да, недопустимое движение вот здесь. То есть вот здесь вот нет прямой линии, а я повернул. И вот эти два элемента отделились. Надо быть внимательным. Так, теперь вернуть бы все на место. Да. Ну, что я скажу? Возможностей у головоломки много, и, возможно, я их еще не все сейчас увидел. Изменение формы, вращение как скьюб, вращение как коптер. Будет очень интересно пособирать. Если я разберусь с этой головоломкой, я, естественно, сделаю обучающее видео. Но когда это будет, ох, не знаю. Ну, в любом случае, покупкой я доволен. Я не могу прям сразу рекомендовать всем, если вы не умеете собирать Clover Cube, простой скьюб, то нет смысла покупать вот это. Стоит недешево, собирается сложно. Но если вы уже опытный сборщик, то почему бы и нет.
Если кто-то собирал, делитесь своими успехами. Может, какие-то советы есть по сборке. Я пока в сторонку отложу. И после чемпионатов, наверное, возьмусь всерьез. Хорошая вещь. Мне понравилась. Правда, нужно быть осторожным, она достаточно хрупкая. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.